Привет, друзья, всех с праздником. У нас работа движется. Сегодня со мной мои девчонки, помощницы мои. Вообще красивый, да, Казан КамАЗ? Вот это чёрный. Это портвейн, Казан, портвейн. Он такой красивый. Вообще красивый. Казан, он не только красивый, он еще надежный. Это оранжевый, Казан. Где-нибудь есть мусорка для моего яблока? Сейчас найдем, Казан, найдем. Пойдем. Ну что, друзья, за портфель оставили предоплату. Не тем муж с женой, но оставили. Так что вот так. Что мы можем сделать под заказ? КамАЗ 6522 11 года. Это может быть как с мостами Мадара, также мостами Мерседес. С мостами одна единица. И это уже 11 год. То есть это или одна скатка, или двухскатка сделаем. И каждый из них уже отличается. То есть одна скатка можем делать тягач, совок, шасси. И шасси еще тоже пошло с КМУ, без КМУ, сортиментовоз, с ГМУ, ломовоз. Куча модификаций. У всего цена... От 2500 цена. Вот у меня вот раз помощница. Вот так проходит у нас 3 мая. Да, Казан? Вот так. Так что это все можем делать под заказ. Срок, третий срок, месяц-полтора. Так как мы уже их начали разбирать. Вот так, друзья. И также, конечно же, одна есть в наличии. Схема за не забываем. Вот так.